Позволим увидеть твои лучшие качества. Мою безрассудность. Твое чувство юмора. Охо-хо. Ваше Величество. Мистер Черчилль, мой долг предложить вам пост премьер-министра. Он актер, упивается звучанием собственного голоса. Лорд-хранитель печати ждет ответа. Сейчас я занят. Есть дела поважнее надоедливых лордов. Бутылка шампанского на обед и еще одна на ужин. За то, чтобы не наделать ошибок. В ближайшие несколько дней Западная Европа падет. Какова, спрашиваете, наша цель? Победа! Любой ценой! Вы полагаете, мы можем выиграть? Это не так. Говорят, что мы отступаем по всему фронту, правда? Наши солдаты сейчас в Дюнкерке, но мы не можем пробиться к ним. Враг теснит нас к морю. Следует подумать о мирных переговорах между нами и Германией. Европа еще! Европа потеряна. Этот тиран. На твоих плечах все бремя ответственности за спасение Европы. Сколько человек останутся в живых? Обратитесь к людям, скажите им правду. Мы должны оказать достойный отпор. Нет ничего общего между патриотизмом и борьбой до конца. Настало время переговоров. Когда вы, наконец, поймете, что невозможно договориться с тигром, если твоя голова у него в пасти? Беру всю ответственность на себя. Вот как? Именно так, да, сэр! И по этой причине я занимаю это кресло! Будь собой. Собой? Мы будем драться на море и на суше. Мы будем драться за каждую пять побережья, за каждое поле и каждый холм. Мы будем драться за каждую улицу городов и деревень. Мы никогда не сдадимся, ибо без победы нет жизни. Темные времена. Смотрите в кинотеатрах с 18 января.